Дорогие друзья, меня зовут Дэнни Марс, и мы с вами продолжаем проходить Kingdom Rush, и сегодня мы с вами попытаемся еще раз одолеть босса, которого я не смог одолеть в прошлой серии, из-за бага, к сожалению, то есть не из-за того, что он какой-то был сверхсильный или я был сверхслабый, дело в том, что просто он забажил, и это действительно так, потому что я его все-таки проверил, я прошел эту локацию, убил его, и он должен был просто перемещаться туда-сюда обратно, а он просто стоял, то есть, ну... Видно было, да, значит, это глюк игры. А поэтому сегодня с вами вместе давайте его одолеем, победим. Я описание не читаю локации. Кому интересно, можете в предыдущей серии все подробненько посмотреть. Ну и различные другие тактики, которые я там к ней пытался применить. В общем, я уже примерно знаю, как мы будем поступать. Но это, конечно, все равно не идеально, потому что Kingdom Rush такая штука, что здесь нет определенного какого-то тактического хода. И в один раз это может сработать. В другой момент это может, ну, никак не сработать, потому что тут много рандомных ситуаций всяких разных бывает тоже. Так, ну я расстановочку приблизительную сделаю. Так, у нас здесь будет магическая стоять, магические стрелы. А сюда мы поставим казарму. Ну, в целом сейчас расстановка будет такая вот. Так, сюда, сюда. Я сейчас сразу все заполню, всю территорию. А здесь у нас камни, а здесь тоже камни, только другие, с медведями у нас будут стоять. А сюда мы ставим, так, давайте сперва я поставлю, наверное, все-таки пехотку. Пехота у нас будет здесь сдерживать всех, а атаковывать их будет магические стрелы. Либо сюда магические стрелы лучше поставить. Сейчас подумаю, что лучше сделать, куда их разместить. А сюда лучше, наверное, все-таки магию. Да, сюда магию, а сюда магические стрелы. А магические стрелы будут сбивать магическую броню, то есть, а магия рядышком, она будет бить. То есть, хорошо, вы бы не посоветовали, ну, не посоветовали, вообще, как бы напомнили. Тебя ослепили, одурманили эти золотые луки, а ты забыл про то, что там есть много всяких еще и других интересных построек и других луков. И действительно, так оно и есть. На самом деле, здесь есть еще много всяких разных и других тактик, что с чем смешивать. Допустим, если поставить рядом с магией магический лук, это тоже убойная сила, потому что магию сбивают эти луки синие, а те... то есть магические постройки, они уже на максимум могут там выносить их всех. Ну как-то так, в общем, давайте так, сделаем здесь бригаду сразу же. Бригаду, пускай они там сражаются. Ну а наверху надо будет прокачивать сейчас тоже. Сразу смотрю, пауки там что-то буйствуют чересчур. Смотрите, как он хорошо с этой колотушкой ходит. А звук-то, как знаете, в этом, в игровых автоматах, да? То есть то же самое получается. Так, пехоту здесь надо сразу усилять, и пехота у меня будет не лесные стражи, как я все время ставил, а все-таки с клинками. Они пожестче, я испытал их в деле. Они действительно очень хорошо справляются с различными вот этими, как они называются, кто такие, головорезы, да, обычные головорезы. Хоть и головорезы, но выглядят как какие-то демоны. Головорезы у меня больше ассоциация, что все-таки должны быть какие-то, ну, не знаю, обычные там... мужики, да, с какими-нибудь дубинами или с какими-нибудь хотя бы кинжалами, там что-нибудь такое. Так, ты что-то далеко ушел, тебе не кажется? Давай-ка здесь стой, наверное. Туда зайчика посылай, давайте там всех разнесем их. Смотрите, сколько много зайцев, да, бегает теперь. Эта прокачка такая сработала, я немножечко ее прокачал, чуть-чуть посильнее сделал. Теперь видно, да, зайцев вообще катастрофически много. Ну и хорошо. Смотри, какая банда у меня, я настоящий кукловод, я против них же, их же и использую. Сумасшедшее свойство, крутое вообще. Так, у нас и здесь тоже начинают проходить, давайте дальше пехоту усилять. Мне надо, чтобы здесь у меня был сильнейший рубеж, чтобы здесь вообще ни один не смог протиснуться. Никто вообще. Так, это что у нас? А, это банда зайцев побежала. Блин, сейчас впустую уйду, давайте пустим, чтобы они хоть в кого-то врезались там. Успеют, нет? Эх, не успеют. А нет, кого-то они там, по-моему, бахнули. Возможно, не факт. А, я думаю, что такое затишье? Я пропустил некроманта. Он, оказывается, снизу у нас вышел. Да, у нас вся территория не помещается. Я думал, такое затишье из-за того, что там какие-то хотели идти, допустим, воины. И мы их этими зайцами, кроликами всех поубивали. Но не тут-то было. Не из-за этого. Совсем не из-за этого.
Так, ну что у нас, какая третья волна? Ну, пока что нормально, я не знаю, я сейчас пока что не буду вкачивать ничего другого. Хотя можно было бы эту магию тоже начать усиливать уже, готовиться к летающим феям темным, потому что с ними тоже особая такая история. Они очень мощные, они очень сильно плодятся, их надо выносить в самом начале, как только они появляются. Им нельзя давать вообще шанса там куда-то дальше пролететь, иначе здесь все потом заполонится в конце, и у меня просто элементарно не хватит сил их всех ранить. Вот я только не помню, где самые первые идут. Первая эта куча сверху полетит или снизу полетит. Где-то либо там, одно из двух, да? А здесь только пауки бегают, третьего нам не дано. Так, ну давайте пустим их, пускай. Все равно эти в центре там сражаются, эти просто простаиваются у нас ни туда, ни сюда. А так вот немножечко золота заработаем дополнительного. Тоже будет приятно, как ни крути. Так, здесь у нас проходить хотят. Давай-ка пехотку туда посильнее там усилимся тут же. Так, ну и солдат надо тоже прокачивать тогда, чтобы они с луков уже издалека могли их расстреливать. А то мы так много там не навоюем такими темпами-то. Ничего себе они. Вот сейчас может быть очень опасно, смотрите, да? И сверху, и снизу прям что-то, какие-то толпы собрались настоящие. Ну, пока что держимся. Не тех прокачал. Блин, я хотел этих. Ну ладно, пускай лесная эль, стража стоят. Ну все равно не то. Ну ладно, тогда корни будем вкачивать, им другое дело. Я уже по привычке направо нажал, а я ж хотел именно клинков вкачивать. Вот эти очень мощные, мне нравятся поющие клинки. Они против пауков прям вообще отлично работали. Ну ладно, у нас сверху будет тогда стража стоять, снизу будут клинки. Поющие клинки даже так. Это не просто клинки какие-нибудь. Так, пятая волна, по-моему, на шестой полетят уже у нас феи. Надо готовиться, надо уже начать магически вот эти вот прокачивать, наверное, наши вышки. Быть готовым к ним. Так, сейчас эти превратятся обратно, да? Точно превратились. Ну, зато стражи эти могут, смотрите, издалека уже копьями закидывать. И это, в принципе, тоже нам бонус хороший дает. Я, наверное, жахну по ним молниям. Что их жалеть? Так, пришло время. Здесь у меня будут магические стоять дикие маги, а здесь у нас будут стоять верховные маги. Я уже как бы прочувствовал, что здесь они больше пользы несут, что ли. Хоть урон помедленнее. Ну, мне здесь и не надо скорость. В самом конце мне тут главное просто мощность и удары по площади. Это самое важное. Так, кто следующий? Ну, сейчас, по-моему, они полетят толпой. Я все их жду. Где-то на шестой волне они, по-моему. А, нет, значит, на седьмой. Ну, ладно, тогда у меня есть еще немножечко времени, значит, для этих целей. Так, а вы-то что тут устроили, а? Блин, а мне даже прокачивать некуда. Ну, давайте эту магическую прокачаем, вышку. Потому что сейчас тут у нас будет жесткий замес, я смотрю. Пауки все сразу перевоплотились обратно. Надо дальше качать эту вышку. Верховные маги мне там нужны. С этим молотком вообще раскидывает их. Я, кстати, его на максимум уже прокачал, этого героя. Еще после того, после вчерашнего, после вчерашних всех попыток, много раз я там воевал, и много раз я зарабатывал баллы, очки для него. Ну, то есть это все сегодня уже вкинул. И он у меня теперь вообще мощнейший герой. У него все самые топовые, наверное, какие только можно представить способности. Он по площади бьет очень сильно, очень много. Так, вот они, высшие маги будут стоять, а здесь нам надо теперь ставить на лучников синих, магических, синих магов. Точнее, не магов, а наоборот, против магов они работают. О, кто у нас катится? Ежи покатились, а здесь я к ним не подготовился, совсем не подготовился. Но он, смотрите, сейчас сколько зайцев на него все. Блин, намного мимо проскочило, обидно, очень обидно. Если бы они все его сейчас ранили, может быть, такой мощный урон он у нас получил бы. Так. А, он превратился у нас в куклу, да? Ну ладно, подождем тогда. Я уже хотел в него молнию швырять. Так, а ты вниз поехал? Вот это проблема тогда. Если он вниз поехал, это большая проблема. Давайте поможем ему. Ну, хорошо, он не выживет. Мы его фактически уже добили. А вот здесь-то что? Как он так всех проскочил, да? Каким таким образом? Давай назад возвращайся, пока не поздно, блин.
И вы сюда тогда ближе будете закидывать его сейчас копьями, если сможете. Успеют, нет? Офигеть, они там. Ну, закидываю, да, вроде бы достают. Копьями кидайте в него. На герой справится, не справится, это большая проблема. Снизу тоже такой же. Да ё-моё. Так, ну сверху добили его, молодцы, добили. Красавчики, а здесь-то чё? Уже собрался катиться, видно было, да? Прям уже сразу готов был катиться. Ах, прокачивать некого. Блин, как я с этими ежезаврами? Я с ними как-то таких проблем не испытывал, когда я тут воевал. Так-то нормально с ними бился, а сейчас что-то смотрю, у них вообще... Они расчувствовались очень сильно. Так, у нас полетели те, про кого я и говорил. Сейчас начну плодиться. Кстати, я еще и героя потерял вдобавок ко всему. Так, дикие маги. Ну хорошо, дикие маги там, дикие маги здесь. У нас в этом плане все нормально. Героя надо возвращать назад. Так, ну, с ними, в принципе, нормально. Справились. Мне бы за 325 сейчас прокачать способность, чтобы можно было их взрывать. О, сколько полетело-то, а? Давайте их всех тут взорвем пачкой целой. Добьете? Добили, фух. Это я их больше всего боялся, на самом деле. Я к ним уже и начал поэтому готовиться заранее. Уже прям за уровня 2, наверное, начал здесь строить, специально прокачивать диких магов. Это же серьезное, серьезное сопротивление, эти гады. А деньги не на тех потратил. Надо было потратить все-таки, наверное, на накопление взрывчатого вот этого, вот где у нас 325. Фух, ну, тяжелая волна была, ничего не скажешь. Лукавить не буду, но мы с ней справились. А это самое главное. Особенно в конце, вот здесь вот у нас было очень, знаете, так... Сердечко ёкало прям, на тоненького было. Вот здесь, когда этот прикатился злобный, вот с ним-то действительно я что-то аж прям настолько сильно испугался, думал, что все, сейчас уже на финита а-ля комедия будет у нас. Ну что вы... Так, у этих, по-моему, сопротивление к магии, да, хорошая броня, их магия вообще никак не лупит особо. Именно поэтому для них нужно вот этих волшебных лучников ставить, отлично. Чтобы они броню снижали, а маги уже в свое время лупили их. Так, вот здесь сейчас будет отлично, смотрите, как мы сделаем. Сейчас с этими будет банда наших марионеток сражаться. Кстати, они очень мощные, они так нормально урона наносят врагам своим, бывшим союзникам, можно сказать. Ну и будем их продолжать взрывать, наверное. Дикими магами. Пускай взрывается. Ой, здесь еще марионеток добавляет наш герой. Суперский герой, очень мощный. И вот этих тоже буду прокачивать. Кстати, у них очень хорошие способности, хорошие свойства. Я их как-то, ну, вначале только вниманием уделял, потом что-то на них как-то это... Перестал вообще смотреть, как-то брать во внимание, в расчет. Но надо бы, мощные ребята... Так, здесь тоже надо магическую, наверное, вышку поставить, чтобы снижать урон и магическую защиту их, потому что, ну, так что-то далековато, они все равно заходят, такого не должно быть вообще. Так, сверху, сверху тоже все печально. Ну, лесные наши эльфы хорошо сражаются, я смотрю, там лесные стражники, лесные хранители, если правильно их называть. В принципе, они там тоже... Может быть, даже лучше, чем клинки были бы выше эти, не выше эльфа, а клинки какие-то там. Короче, поющие клинки, все время забываю, да, точно. Поющие клинки. Они больше танцующие, чем поющие, они реально там танцы у них есть, и можем прокачивать им даже, называется там какой-то танец с клинками. Смотрите, еще сейчас какая атака будет бешеных кроликов. Ох, вообще прям разнесли. Круто. Так, а у вас-то тут что-то многовато как-то приперлось. И давайте, наверное, здесь половина марионеточек создадим. И пора бы медведя поставить. Пускай медведь стоит, сражается. Медведь очень мощный. Он способен сдерживать много урона. Так, ну, с этими уже разговор у нас короткий. С этими мы по-простому справимся сейчас. С ними проблем уже давно нет. Можно еще одного медведя докопить, чтобы у нас их там сверху было два. Я, наверное, сейчас так и сделаю. Давайте два мишки. Вообще круто. Теперь у меня этот пятачок очень усиленный, такой мощный.
Так, здесь-то что у нас? Может быть, Маринник парочку создать? Давайте вот этого мощного вынесем. Он, смотрю, тут много расчувствовался. Ну и надо по площади бить магическим уроном. 200 стоит. В принципе, недорого, но польза хорошая в этом. 11-я волна. Мы пока что идем как надо. Этот все своим молотком, своей колотушкой их там ничего себе гасит. Серьезный вообще, да, у него такое вот свойство? Ох, постелили. Как же это было красиво. Но, с другой стороны, можно было бы и здесь помидором их атаковать. Я что-то опять прозевал этот момент. Не успел. Так, героя завалят. Ну, конечно, завалят. Не успел я его спасти. Только заметил, что он вздыхает. Но даже если бы я на него нажал и куда-нибудь в другую сторону попытался его отвести, его все равно задело. Там след бы ему в спину кинули. Ну, такое уже частенько видели. Во-во, разорвали, да? Как хорошо. Давайте еще прокачаем такую же вещь. Там вообще ни один не мог пройти. Ну, как минимум, за верх я теперь спокоен. Сверху все хорошо. Теперь надо здесь усиляться нам. Так, что будем вкачивать? Можно сюда древо поставить, чтобы про грибов, которые будут сверху идти, про пауков вообще забыть навсегда. Чтобы там все своим чередом шло и туда даже вообще не обращать внимания. И сконцентрироваться уже снизу. Давайте так и сделаем. Влепим туда древо и пускай стоит. Так, кстати, ее очень слабо, что-то прошибают они. У нее ни брони, ничего нету. Но как-то она стоит вообще себе, ржет. Как ни в чем не бывало, как будто бы так и должно быть все. Так, у нас пришли магические. Кстати, вот эти очень хорошо далеко достают. Прям видно, да, они способны их там даже ранить. Прям с центра на другую волну закидывает. Так, этот все со своей колотушкой все ниже-ниже спускается. Он стоял наверху у нас и в итоге оказался вообще, смотрите, где. Как он быстро, да, переметнулся. Надо его на место ставить, он на том перекрестке должен стоять. Потому что он внутри зайцев, тогда может посылать и наверх, и на низ, то есть во все стороны. А если стоит где-то снизу, то только сюда, а туда никого. А иногда бывает нужно, потому что там много грибов приходит этих. А грибы очень опасны, какая-то волна с ними будет самая тяжкая, по-моему, вообще. Так, ну что, пришло время мощных бойцов здесь. Давайте их поставим сразу, будем выносить толпой. Отлично. А какая, 13-я волна, хорошо идем, хорошо справляемся. Ну и пришло время деревьев, тяжелейших деревьев. Сейчас тоже будет очень красиво все. Вот сколько зайцев особенно. Зайцами красоты наводим-то какой. А, все, теперь буду он там стучать, долбить по ним. Они все будут растворяться. По идее, по задумке должны. Так-то никому не обязаны. Должны, но не обязаны. Так, Мишку больше не буду уже прокачивать. Ладно, пускай стоит. А, можно сюда поставить, наверное, золотой лук. Пускай он с критами у нас. Ой, точнее, с хедшотом. Почему я все время хедшоты называю критами? Каждый раз за собой замечаю. А, с хедшотами стоит, здесь раздает, наверное, в центре. Всю область покроет. Один золотой лук, в принципе, будет нормально. Лишним точно не будет он здесь. Такая ирония судьбы, да? Прошлые уровни, прошлые попытки я пытался одними золотыми луками проходить. В этот раз у меня всего лишь один золотой лук, все остальное магические вышки наоборот. Не магические вышки, магические луки, точнее. Правильнее сказать будет. Так, а здесь-то вот еще. Давайте по площади, наверное, здесь прокачаем. Крит-критами, конечно, хедшот-хедшотами, но здесь их количеством они решили брать. Поэтому туда, наверное, надо все-таки что-то такое, чтобы по площади бить. Надо еще докачать. Во, все, вот теперь хорошо, теперь я спокоен. А теперь можно уже и на хедшот копить. Че, добьете его? Сколько грибов приперло? Мне даже герой моего умудрились убить. Ладно, пока эти дойдут, я думаю, герой успеет восстановиться. Пустим волну, пускай идет. Так, 300. Во, хорошо, смотрите, да? Мало того, сам взорвался. Вот эта способность вообще мощнейшая. Мало того, сам взорвался, плюс еще тех наполовину, на 50% сбил просто тем, что рядом с ними бахнулся. Так, давайте за нас их сделаем, пускай бьются. Толпа на толпу теперь. Такие здоровые, да, марионетки? Прям выглядят они даже очень мощно. И пауков также они тут, смотрите, взрывают. Нехило так. Ну что, пришло время хедшотов. Пришло время раздавать. Налево-направо теперь, во все стороны. Это у нас почти что все покрывает. Всю область, всю территорию, все, что можно только. И нельзя даже.
Я не знаю, слишком... Ну да, я одурманенный был, я не спорю, я действительно очень золотые луки понравились тем, что у них очень большая область атаки, и плюс они еще способны с одного удара вынести. Поэтому я на них такой большой акцент делал все прошлые разы. Разы, точнее. Так, а я пехотку-то свою там не прокачиваю. Может быть, стоило бы ее вкачать. Хотя, кстати, можно древо еще вкачать и огонь, чтобы он еще огнем там их всех швырял. Тоже было бы красиво очень. Может, так и сделаем? Давайте, наверное. Потому что он сюда тоже достает, сюда будет закидывать. Как ни крути, от него польза на два фланга будет. Блин, впустую потратили колотушку. Смотрите-ка, если бы я знал, что он сейчас начнет бить, я бы не стал бы их в марионеток превращать. Ну, медведи должны с ними разобраться. С этими двумя пауками, они для них вообще не ровные. Медведи мощные, мощнейшая сила. Так, 330, кстати, очень дорогая штука. Зато смотрите, да, один удар, и они все сдохли. Так, все, теперь будет еще и огонь. Теперь у нас будет земля гореть, все будет красиво здесь. О, прилетели. Взрывать их надо срочно, пока не поздно. Пока они там не успели наплодиться. И то половина уже успела пролететь. Так. Чтобы по площади такого вкачать-то. Ну хотя ладно, справились. Но все равно нельзя так рисковать. Надо что-то по площади качать. Что у нас тут есть? По площади, наверное, вот здесь. А, ну тоже вкачано уже и так, и без того даже. А, это последняя волна, что ли? 15-я. Так мы уже дошли до нее. Как же круто тогда. Ну ладно, так тогда надо здесь что-нибудь тоже. Сильванское проклятие давайте. Это перекресток, потому что она даже сама там появляется именно в этом месте. Она сюда подходит, потом назад будет улетать. Как-то так. Можно еще его прокачивать. Давайте. Больше проклятий сделаем. Ну и, наверное, пришло время жахнуть по ним по всем. Кстати, а я гномов так и не стал прокачивать, почему-то, а надо бы. Почему же их не перестал прокачивать? Давайте, наверное, их качаем. Они очень сильные, они появляются в любом месте, у них есть телепорт по всей карте, они способны всякие такие шалости, подлости делать. Очень сильно мешают врагам нашим. Вроде мелкие такие, но знают свое дело. Так, что еще можно их увеличить количество? Во-во-во-во, главная схватка века. Ну хорошо, что давай с тобой биться. Блин, все забраковало мне тут все мои постройки. Так, кстати, она стоит рядом с этой вышкой, она у меня не прокачана какого-то черта. Надо бы было бы ее прокачать так-то. На самом-то деле, да? Так, давайте качать. Надо за 300 прокачать вон ту стражей, которые появляются и наносят дальний урон. Ну, кстати, кого-то сейчас они вынесли. С одного удара, по-моему, там вынесли. Как раз эти гномы. Я же говорю, сильные. Очень сильные. Так что вторая ходка ее, да, у нас? О чем я говорил? Она мощная. Летает туда-сюда. В прошлый раз она реально забажила. Что видно было, да, как она стала на месте. Такого не должно быть. По идее, в тот момент, когда должна была сработать анимация ее перелета, вот такая вот, как сейчас, именно в этот момент она просто забажила. 300 копим, давайте, стражи мне нужны, чтобы по площади здесь всех бить. Опять они кого-то там. С таким звуком это всегда происходит у них. Все их шалости, которые они там творят. Я, наверное, не накоплю никогда в жизни на них, не успею. Да, что-то как-то это медленно все происходит. На вот этих вот 300 мне надо накопить. Что-то не хватает силенок так-то. Ну когда же уже это, а? А мы ее, кстати, уже добиваем. Ей осталось там два удара. Сейчас она сдохнет, по-моему. Все, ее добиваем. Есть. Ну все. И паучок ее тут забирает. Сразу вспоминается Властелин колец, когда Фродо нашего уважаемого также замотали в два счета. И все, и бросили умирать там же на месте. В общем, спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось это видео, если же так, можете меня поддержать, поставив палец вверх, можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал, а также вступайте в группу ВКонтакте, если вы еще этого не сделали, а с вами был Дэнни Марс, и до новых встреч!